Ивановские новостройки не выдерживают интенсивных осадков. Вслед за видео из главного полицейского здания появился еще один ролик из 9-й городской поликлиники. Здание ввели в эксплуатацию только 4 года назад. Известно, что это уже не первый случай, когда в поликлинике с потолка бьет фонтан. Причина – неисправность ливневой системы. Очевидно, она не рассчитана на большое количество осадков. Это связано с конструктивными дефектами ливневого стока, да, в поликлинике, находящийся на первом этаже жилого здания. То есть эта конструкция при сильных дождях не позволяет, колодец переполняется, как бы, и получается сильное напряжение в трубах и рвутся стыки. Ущерба как такового нету, косметический дефект в подвесном потолке, где требуется замена нескольких плиток, устраним в ближайшее время. В результате инцидента подмоченной оказалась только репутация подрядчика, строившего здание. Поликлиника не прекращает свою работу. Вопрос о дальнейшем обслуживании здания в проработке.